измеряю частоту вот этого индуктора вместе с конденсатором 2,2 нанофарада, но реальная мощность емкости вроде бы мерил где-то 3 нанофарада. И вот резонанс есть там, где падает ток. Вот он, например, на такой частоте. Я покажу на разных частотах. Вот 600 кГц, допустим. Вот ток какой. Еще понижаю. Около ампера. Тут сделаю более плавную подстройку частоты. Вот такие импульсы. Вот он уже начинает сильно уменьшаться. Уже на 724 кГц. Опять немножко подрос и упал. Но тут какой-то как бы немножко упал, потом подрастает, немножко подрастает. Потом опять начинает падать. Я по гиру мерил его частота где-то 1500 кГц с этим конденсатором. На мониторе какие-то полоски появились. Тут немножко слишком мало емкости. Но тут он уже растет, но не сильно, вот опять растет. Падает. Вообще упал очень сильно. Но должна совпасть с резонансной частотой гира. Он уже так слабо изменяется, что он и начинает расти уже.
Но тут вот кручу в широких пределах, он тут не растет. Ну, хотя тут, видимо, обратный ДС идет через транзистор и диод и входит на питание, поэтому так сложновато точно еще определить. Это резонанс. Но тут где-то самое маленькое, тут самый четкий резонанс параллельный. Вот и тут что-то наподобие синусоиды идет. Это щуп просто вот лежит на катушке. Заминусовал его. Ну, тут от наводок просто эти еще всякие есть. На самом деле где-то синус должен быть. Но тут, когда думаю, катушку поставлю, несколько частота упадет. Поэтому так. Прямо линейно судить нельзя, думаю, что вот именно тут и будет резонанс. То есть, когда если тут подключу, начнется накачка, тогда индуктивность тоже подрастет частота, нужно повыситься резонанс. Но вообще тут резонанс будет в широких пределах, просто если дальше повышать частоту, когда после минимальной частоты, тогда он больше начнет входить как бы в последовательный резонанс, но все равно будет в резонансе. А тут он пока в параллельном резонансе, когда тот минимальный. В последовательном резонансе ток максимальный потребляемый. А еще я хотел попробовать цепить вот этот щуп, или он будет влиять на частоту. Минусовой вывод от этого осциллографа. Тут как масса создает. И этот может цепить. Вот. Вроде бы частота особо не поменялась. Настроен на 1 МГц, на котором работают вот эти. А тут опять упало. Thank you.
пробую. Засунуть катушку. Посмотрите, не надо. Как она влияет. Насколько я вижу, она не влияет особо. Она вообще не должна особо влиять, пока не подключена. Вот тут есть. Вот на 1.1.3 как был, так и остался. Поэтому думаю, это на ничего не повлияет пока в таком положении. Вот мой гир. Тут вот подключается катушка и емкость вот этим белым проводом. А тут вот подстраивается еще резистором. Если частота очень высокая, тогда нужно тут подключать. Если более низко, тогда вот тут. Иначе, если при низкой частоте тут подключать, он синусоида несколько искажается, и он показывает несколько выше, чем частоту, чем она есть на самом деле. Вот похоже, так и произошло, и он показал 1500 кГц, а на самом деле 1300 кГц. Ну и потом, кажется, подключал его тут, тут и было где-то 1300 кГц. Это мой передатчик. FM на ERF. ERF транзисторе и ERF 640. Вот это с этой катушкой не входит в самовозбуждение, с этой входит и начинает так шпарить по всем радиостанциям.